Здравствуйте, приветствую вас у себя на канале. В этом видео продолжим скульптинг на поверхности. В прошлых видео я уже рассмотрел некоторые методы, хочу предложить еще один. Использование картинки, декаль на поверхности. Данный метод работает, когда, например, нет картинки в формате SVG, и все-таки у декали есть некоторые преимущества. Давайте посмотрим. Я создал две вот такие поверхности. И давайте посмотрим. Я активирую декальку. Вставляется Insert декаль. Далее выбирается папка и поверхность. Давайте посмотрим особенности вставки. То есть декаль на вот такую сложную поверхность встает только по конкретной координате. И кликаешь, и она все приклеивается. Перетаскивать за ползунки нельзя. Масштабировать можно, вращать можно, перемещать нет. Поэтому кликом спозиционировали, повернули, масштабировали, нажали ОК. Второй случай. Правой клавиши Edit Decal. Можно его перемещать. Здесь есть галочка Chain Faces. Если мы ее снимаем, то картинка перемещается только по одной поверхности. Активируем ее, и картинка переплывает с одной поверхности на другую. В данном случае мы видим ее сразу на трех поверхностях. Ну, нам достаточно будет одной. Окей. Итак, для примера я создам шар произвольного размера с помощью декали. Беру картинку, беру поверхность. По поверхности шара картинка перемещается замечательно. Позиционирую все это. И расположу каким-то образом. Постараюсь сделать это симметрично. Где-то вот так. Например, я хочу вот так отмасштабировать. Вся особенность состоит в том, что когда масштабируем, она вот растягивается пропорционально по поверхности, и в некоторых случаях это может дать интересный и нужный результат. Сделать немножко поменьше. Жмем ОК. Напомню, изначально там картинка вот такого волка была. Далее я перейду в режим прямого моделирования. Not Capture Design History. Еще я советую поменять здесь прозрачность на 40, скажем, процентов. У декаля Edit Decal поменять прозрачность до 50 тоже приблизительно. Мы видим, что вот так все это у нас здесь получилось сделать. Покажу Form, Face, Object Snap, и далее я буду действовать по той же логике, который показывал в прошлых видео. Далее я немножко все ускорю. Итак, я создал вот такую вот половинку изображения с помощью инструмента Face. Обязательно здесь галочка Object Snap. Далее. Flatten. Выбираю поверхность, относительно которой, к которой я хочу приклеить наши точки. И это будут не точки, вершины, простите.
Еще вот это, наверное. Да. Они вот так приклеились. Далее. Mirror, duplicate. И выбираем поверхности. Буду их отзеркаливать. Окей. Мы создали вот такой вот элемент. Теперь я предлагаю с помощью инструмента Thicken задать утолщение. Отключу Origin. Итак, я предлагаю использовать инструмент Subdivide. Нажму ОК. Далее я выберу все еще раз и выберу инструмент Increase. Нажму ОК, и мы получили вот такую интересную модельку. Далее я предлагаю вернуть прозрачность на 100%. Отключу наш декаль. Выберу данные поверхности. Конвертирую их в твердые тела. Перейду в рендер. Назначу приблизительно такие материалы. И посмотрим на результат. Можно создавать таким образом более сложные узоры. Для примера я выбрал пример попроще. Как создавать сложные узоры, я показывал в прошлых видео. На этом я данное видео заканчиваю. Спасибо за внимание. Желаю всем творческих успехов. Подписывайтесь на канал обязательно. Ставьте лайки. До новых встреч.